Сиси. Кажется, так по-китайски сказать спасибо. Это изумительно, то, что вы сделали. Потрясающий номер. Настенька, тебе удалось немножко видеть, что вокруг тебя происходило? Да, очень-очень понравилось. Ты могла очень себе красиво представить, что столько зонтиков можно ногами держать? Никогда в жизни не могла представить себе такого. А я думаю, что никто никогда в жизни не мог себе представить, что можно так здорово играть на балалайке, как ты. Это точно. Ты показала нам сегодня еще себя с другой стороны. Сегодня ты была настоящая принцесса, в прошлый раз ты была рокерша. Тебе какой образ самый ближе? Рок-музыкант или такая вот принцесса из сказки? Мне кажется, больше принцесса из сказки. Ну, девочка. Ты уже артистка сложившаяся, потому что ты играешь качественно, замечательно, ни в чем не подвоишь. Ну и, конечно, ваш номер – это фантастика. Я ничего подобного не видела нигде, ни в Японии, ни в Китае, нигде. Это вообще что-то такое восхитительное. Браво! Спасибо большое. Такой дождь талантов под этими зонтиками. Я не знаю, что сказать, потому что мы не ожидали такого финала. Каждый номер у нас сегодня, конечно, абсолютный шедевр. Спасибо тебе, Даша, за твою фантазию. У нас сегодня потрясающий абсолютно финал. Мне сегодня спросили, чем отличается нынешняя «Синяя птица» от прошлогодних и других. Я сказал, ничем. Это самая лучшая похвала, потому что та планка, которая была воздвигнута в первом году, это абсолютно уникальное дело, которое ты придумала со своей командой, а мы с радостью получаем это и эстетическое, и просто человеческое удовольствие. Спасибо тебе большое за это. Девочки, вам большое спасибо. Денис, спасибо тебе за эти слова. И ты был еще в самом первом сезоне «Синей птицы» на этой сцене. Я помню, в финале мы с тобой вместе вели его. Я очень благодарна нашему жюри, я очень благодарна артистам, которые поддерживают «Синюю птицу». Я хочу еще раз в нашем зале поприветствовать всех участников всех 5 сезонов «Синей птицы». И знаете, что, что бы ни происходило в вашей жизни, «Синяя птица» всегда будет с вами. А ты, моя дорогая, по-моему, огромное открытие этого года. Я очень рада, что в «Синей птице» зажглась вот еще одна такая ярчайшая звезда, как ты. Спасибо тебе большое. Спасибо большое.